ладони размещаем вот плечевыми суставами, ложимся слегка разворачиваем наружу. Опора в коленные суставы, мышцы живота находятся. Да, тут планка с коленных суставов. Согнули локти, опустили руки вниз. На старте потянули в сторону от макушки, расположили предплечье параллельно друг другу. И мы с вами натягиваем ладони. Подъем только грудной материи. Еще раз внимательно послушайте. Попробуйте вот технические команды выполнить движение. Ладонями активно надавите пол и как будто хотите коврик приблизить к тазу. Предплечьем натянуть коврик, поднять грудную клетку, ловать себя за центр, вперед, на вдохе возвращаемся вниз. На выдохе.
самоволей.